После войны изменилось все. Особенно я. У нас есть возможность. Давайте запустим этот клуб, удвоим прибыль. Вижу, колоссальный доход этот клуб приносит. Деньги, деньги, деньги. Тебе потребуется другая одежда. Тебе придется платить. За что? За защиту. Слухачи убивают людей. Что ты сделал, я не понимаю. Приведи убийцу. Ты одна из первых женщин-полицейских. Нога в дерьме, но клубы без разрешения. Что ты предлагаешь сделать мне? Узнай, кто она. Я тебя не знаю, но ты ее исправишь. Самое худшее – убежать. Преступление жить как можно?